В большинстве своем очень часто так бывает, что вы начинаете искать. А кстати, почему вы начинаете искать? Я тоже могу объяснить. Объяснение, почему человек ищет что-нибудь, оно несложное. Дело в том, что вся вот эта идея, она начиналась с йоги. Идея вообще к чему должна была привести? В какой-то момент человек понял, что его жизнь, она скоротечна, все изменяется. Богатство не приносит, удовлетворение, еще что-то не приносит. А хотелось или было стремление соединиться с Богом. А Бог был для человека самое дорогое. Если Бог самое дорогое для человека, то тогда человек, созданный по образу и подобию Божьему, должен относиться к себе тоже как к самому дорогому, где самым дорогим для него является жизнь. Поэтому если ты не ценишь жизнь, которая тебе дана, то не ценишь Бога. Ну это уже философия. И из этого всего начали люди искать или начинали заниматься поиском. Это было описано в древних книгах, среди которых, наверное, самое старое это Упанишады, это гимны Упанишад, которое было написано там, от 3 до 5 тысяч до нашей эры, где там, не помню кто, рассказывал песни или давал вот эти песни молитвы и объяснял человеку с именем Саман происхождение вот этого ритуальной культуры, почему это возникло, как этим пользоваться и так далее, объяснение времени, пространства. Все это развивалось философски, как доктрина йогов или йоги. А йога — это познание через внутренний мир, то есть человек познает, или как он может прийти к Богу, рассматривать окружающий мир. Ну, это сложно, потому что входящей информации много. А когда закрываешь глаза, то у тебя входящей информации нет. Получается, ты сам с собой, а если пустота и все сущее, что находится вокруг человека, в нем находится божественное, то самое простое — это увидеть Бога, это закрыть глаза и смотреть в пустоту. Тогда то, во что ты смотришь, скорее всего, там может находиться божественная энергия. Из этого следовали определенные концепции и техники. Они достигали там чего-то, и более там развивались, там к чему-то приходили. Но дело в том, что европейский человек, он был создан по-другому. Дело в том, что европейцы, они созданы так. Мы получаем науку и обучаемся. То есть мы знаем математику. Не обязательно ей заниматься или не заниматься. Мы получили образование, мы знаем математику. Многие из нас знают химию, многие из нас знают даже экономику. Кто-то знает там налоговый учет, кто на что учился. Кто-то знает свою. А потом приходит время такое, и человек там что-то выбирает из этого и начинает этим заниматься. К чему я это говорю? Когда человек начинает заниматься, когда европеец начинает заниматься эзотерикой, то он думает, что занятие эзотерикой — это получение знаний. То есть ты получил эти знания, на этом конец. Теперь ты их знаешь. Вот, допустим, как, допустим, химией заниматься. Я занимаюсь химией, что-то не понимаю там в метилировании или там, не знаю, что такое там органическая химия или там как соединяются карбонаты и так далее. И после этого я там открываю книжку, доучиваюсь, теперь я это знаю. И человек европеец, он думает, что получение эзотерических знаний является элементом достаточным для того, чтобы прийти, то есть выглядит это так. Человек, который преподает эзотерику, он говорит, я знаю, как прийти к Богу. Человек говорит, научи меня. Окей, делай вот так, вот так, вот так, и ты придешь к Богу. Человек говорит, хорошо, я это знаю, я уже попробовал, но к Богу не пришел. Так и не должно произойти. Почему? В эзотерике есть понятие. В эзотерике есть понятие, и оно звучит так. Практика. Это основа эзотерики. Основа эзотерики является практика. Есть понятие, которое звучит так. Человек, который знает эзотерику и постоянно ищет знания. Вот смотрите, сколько бы вы книг не прочитали об открытии ясновидения, ясновидение не откроется. Сколько бы вы книг не прочитали об астральной левитации, даже пробуя там 3, 5 или даже сотню раз, ничего не произойдет. Чем больше объем информации, который вы получаете,
тем больше времени вы должны тратить на эту практику. Чем ярче ваши задачи и ваши идеи, тем дольше вы должны тратить время на практику. И практика еще, и философия. И здесь минус, он заключается вот в чем. Минус заключается в том, что для того, чтобы практиковать и практики работали, необходимо еще изменять философию. Но и здесь минус есть. Какой? Смотрите, милые мои. Человек говорит, я избранный, и рисует себе идею своей избранности. Вот люди начинают приходить куда-то, начинают там ходить в религиозную секту или в религию, или там начинают, и начинают говорить, я избранный, меня Бог любит, ко мне лучше всего относятся и так далее. И мир воспринимает этого человека как избранного. Тогда он будет общаться только с избранными или ни с кем. И люди, которые осознанно выбирают для себя путь, эгоистический путь своей богоизбранности, то есть говорят, я знаю вот это, а ты не знаешь, я молюсь, а ты не молишься и так далее, то они сужают круг возможностей в дальнейшем, чтобы в их жизни появлялись те люди, которые могут быть для них друзьями, знакомыми или еще кем-либо. И я вижу таких людей очень часто. Человек там объехал все ашрамы, там со многих знает, он там знает тусовки, у него есть там, как он говорит, там друзья и так далее. Но у него нет ничего. Почему нет ничего? Потому что у него нет друзей, нет знакомств, нет коммуникации. И он считает, что ему не нужно. Почему? Он богоизбранный. Это опасно. Это опасно. Почему? Тогда получается такая эзотерика ухудшает у человека общую коммуникацию. Мир так устроен, мы социальные. Люди социальные живут в социальном пространстве. Поэтому социальность наша, она важна. Я же говорю, если ты солнце для окружающих, я говорю, будьте солнцами, будьте радостью, будьте счастьем. Вот что такое быть духовным человеком? Это быть для кого-то счастьем, быть для кого-то радостью. Для кого вы можете быть? Для тех, кто ближе всех. Будьте счастьем и радостью для жены, будьте счастьем и радостью для детей, будьте счастьем и радостью для тех, кто с вами рядом находится, для них. Человек говорит, у меня там соседи все время ругаются, они орут. Будьте счастьем и радостью для этих соседей. Когда их видите, о, так классно, вчера у вас там такая тусня была. А вы кем становитесь? Смотрите, а вы их ненавидите. Но если человек не счастье и не радость, он говорит, о, соседи, сволочи, их ненавижу, куда бы написать? Сволочи, как на шамане сейчас, пусть у вас там все повылазит. Какие негодяи, ненавижу вас, сволочи. Ну, чем сильнее вы их ненавидите, тем сильнее вы антисолнце. Тогда тем сильнее они ненавидят вас. Помните закон? F равняется минус F. Третий закон, да, термодинамики Ньютона. И тогда получается, то, что мы делаем, получаем то, что мы получаем. Тогда, если вы не солнце, люди говорят, ко мне мои близкие плохо относятся. Ты себя видел. Но я же себя не вижу, а зря. Вот я был участником вот таких событий. Сидит большой мужчина за столом. И ест, значит, ест быстро, еда у него падает на одежду, сидит он, ногу там под себя подложил, все вокруг заляпано этой едой, при этом он делает так. И вот такие звуки создает. Рядом с ним сидят двое его сыновей, и, я так понял, жена. И она там как-то берет, он ей там сыкает, типа, возьми вилочкой, возьми вилочкой. Она там хотела рукой взять, он говорит, возьми вилочкой и ешь там ножиком. И она так раз ножичком этим вилочкой хотела еду там разделить. И он такой, да сколько может, сколько может это продолжаться. Ему не нравится, как она ест. Послушайте, если кто-то и был за столом, кто ел как свинюка, и кто был абсолютно неприятным существом, это был этот человек. Я был просто... Почему? Потому что дети боялись при нем есть. Жена боялась на него смотреть. Он всех как гусь защипал. При этом сам сидел и очень некрасиво. И ел, и вел себя, и хрюкал, и нюкал, и... Там что только не делал. Поэтому слушайте...
Отстаньте от близких, не имейте претензий, будьте для них солнцем. Что такое духовность? Быть солнцем к Богу, быть солнцем к людям, быть солнцем к близким. Вот этому должна эзотерика обучать. А там как...